Всем приветики. Показывали в магазине вот такие штучки купили. Называются токпоки. Это же японская, да? Корейская еда, в общем. Сейчас откроем и покажем. Вот эта баночка 300 с чем-то рублей стоит. Вот такая маленькая. Вот так вот выглядит содержимое. Вот это, я понимаю, соус, да? То есть сухой там, да, порошок. А вот тут вот такие, как рисовые макарошки, можно сказать. Клёцки. Клёцки, наверное, да, больше похожи. Рисовые клёцки. Клёцки высыпаем в стаканчик. Вот их немного как бы выглядит. И засыпаем вот этот вот порошок, который превратится в соус. И заливаем теперь кипятком. Вот мне даже благородно дали кипяточек. Заливаем кипяточком. Хватит, да? Ага. Не говори, если что. Теперь мешанькаем вот так вот. Мешанькаем. Но нормальный человек, конечно, вот вилочкой помешает. Но так как у меня вилочки не было под рукой, я же не готовила к такому. Все, и даем теперь настояться. Сколько настояться? Не настояться. А, не настояться просто. 3 минуты в микроволновку. А, вот. Умные люди говорят, на 3 минуты в микроволновку отправляем. Ну вот, постояла 3 минуты в микроволновке. И вскрываем. И получается вот такой вот клёцки с соусом. Соус довольно-таки густенький стал. И это, как говорят, очень-очень вкусно. Сейчас надо попробовать. Я одну штучку попробовала, подула. Очень даже ничего. Очень вкусненько. И можно иногда себя побаловать вот такой вот импортной пищей. Всем хорошего настроения и приятного аппетита.